Каспийске на базе спорткомплекса имени Али Алиева прошел всероссийский турнир по карате «Кубок Каспия». Участие в нем приняли около 800 спортсменов из 25 субъектов нашей страны. Соревнования проходили среди мальчиков и девочек от 10 до 15 лет, юниоров, а также мужчин и женщин. Из года в год мы прибавляем, намного лучше проводятся соревнования. Но это, наверное, уже будут судить наши зрители и почетные гости. Они как бы пусть нам дадут оценку, как мы, какая у нас динамика, то есть она положительная, мы растем, продвигаемся, либо мы наоборот стоим на месте. Но по моему взгляду, что мы делаем очень такую масштабную работу, и мы прогрессируем. По итогам соревнований наши земляки на домашнем турнире заняли первое место в общекомандном зачете. Они завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей. Победителями турнира стали Магомед Анварбеков, Джабраил Гичибеков, Абдулкадыр Магомедалиев, Умар Тагибеков, Даниял Далгатов, Гаджи Гаджиев, Гаджилах Магомедов, Руслан Керимов и Рамазан Гаджиев. Напомним, что в 2022 году сборная Дагестана завоевала 17 золотых медалей и первое общекомандное место.